Всем добрый день, это питомник роз Полины Козловой. Я сегодня решила взять с собой видеокамеру, потому что планшет не передаст никогда цветовые оттенки, и словами их описать тоже невозможно. Смотрите, какая красавица, это плетистая роза наранга. Сказать, что она оранжевая? Нет, она не оранжевая. Она не апельсиновая, то есть здесь настолько много оттенков намешано. Здесь какие-то подтоны горчицы, сливочно-желтые, какое-то свечение изнутри. Роза просто восхитительная. У нее достаточно сильный аромат, как для плетистой розы. Видите, пчелок внутри. Просто неимоверное количество. Я не знаю, собирают ли они там что-то для меда или просто опыляют. Но на ней всегда много всяких мушек, пчелок. То есть она очень сильно пахнет. Вот еще одно соцветие. Очень красивые плетистые розы. Те, кто любит такие цвета, те, кто хочет яркую, крупную, плетистую розу, это вот один из таких вариантов. На сегодняшний день в таком вот, так такой окраске необычной, она одна из лучших. Куст очень большой, она очень такая объемная дамочка, у нее красивый вот такой зеленый глянцевый лист, и цветов очень-очень много. И побегов она дает очень много. То есть она достаточно нежадная на рост и на все остальное. Вон, в ноги мы ей посадили бордюрку розовенькую, но что-то она тут ее закрыла со всех сторон. Так что весной придется это все прорежать и хорошенько подвязывать. Потому что побеги, повторюсь, длинные. Здесь 3,5 метра она берет очень легко. Ей нужна хорошая опора. За ней опять он зацвела Аллегра, которая весной выдавала здесь красивейший ковер. Ну вот ее второе или третье цветение, только начало. Тоже будет очень красиво. Так что вот как-то так. Вот такая красавица наранга. Будут вопросы, спрашивайте. Будет время, я обязательно отвечу. Ну а теперь всем спасибо и до свидания.